Время – идеальный убийца. От него никому не уйти. Важно только одно. Ход времени нарушился. Возник разлом, ведущий к концу времени. Мы пытались добыть прибор-противовес. И заварилась каша. Нас поджидал Пол Сарин. С сверхспособностями. Джек. Как у меня. Ладно. С чего начнем? Начнем сначала. Я приехал к своему лучшему другу Полу Сарину. Он хотел мне показать, над чем работал. Джек Джойс! Собственной персоной! Ты чего-то не договариваешь. Это насчет моего брата? Все еще переживаешь за него? Заткнись. Медленно подходи. Ага. Это еще как понимать? Не все так просто. А так и не скажешь.